А вообще у меня есть мечта, друзья. Знаете, как было бы хорошо, если бы, например, у нас либералы, прежде чем вот иметь право вещать от имени мирового либерализма, проходили бы экзамен. Вот там, условно говоря, небольшой, да, перед нормальной комиссией. Значит, по Джону Стюарту Миллю, там, допустим, Аллу Гербер. Альбац Гербер. Кстати, Альбац и Гербер могло бы на самом деле подвергнуть еще дополнительному экзамену на сионизм. То самое, что... Нет, сионизм. Кто такой то самое? Что писал Бен-Гурион по такому-то вопросу? Что сделал для израильской армии? Почему начался первый конфликт с арабами и какую роль в этом сыграла особенность арабского права? Я вот, например, историю сионизма знаю неплохо. Я мог бы принять экзамен у Аллы Гербер, но не думаю, что поставил бы ей выше тройки. Ну вот. Значит, точно так же, например, и право. Вот человек заявляет себя фашистом. Отлично, сдаешь экзамен на фашизм. Перечислите, пожалуйста, 10 пунктов национал-социалистической программы и объясните, почему, например, одним из пунктов было уничтожение универсальных магазинов, а также почему этот пункт не был исполнен. Не отвечаешь, что не фашизм, а чмо. Так оздоровило бы.